Шестилетняя Наташа Дрюпина получает заслуженный диплом за победу в конкурсе рисунков, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину. Девочка нарисовала иллюстрацию по мотивам любимой сказки «Золотой петушок». Этот персонаж сильно ее вдохновил. В нем она увидела черты жар-птицы, поэтому и отвела петушку в своей работе главное место. Это золотой петушок на доме сидит, а это такие замки красивые. Это дом, тоже домик, а это солнце. Сложнее всего было рисовать петушка. Работы на конкурс рисунков, посвященных юбилейной дате со дня рождения великого русского писателя, в детской картинной галерее принимали в апреле и мае. Всего было прислано почти 400 работ от ребят со всей Самарской области. Победителей определяли в нескольких возрастных категориях, участникам было от 4 до 15 лет, а также в тематических. Здесь и персонажи сказок, и портреты самого писателя, а также картины размышления на тему, каким бы Александр Сергеевич был в современном мире. Как отмечают организаторы, Пушкин и персонажи его книг – это любимые темы детских рисунков. Скорее всего, это, наоборот, какая-то такая константа, которая нас связывает. Идут годы, а вот восприятие Александра Сергеевича, оно все равно скорее объединяет разные поколения. Вот. То, в чем мы скорее похожи, несмотря на то, что мы разного возраста, чем то, в чем мы отличаемся. Около 140 работ, которые отметили члены жюри, стали частью экспозиции музея. Выставку рисунков можно увидеть до конца сентября. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.